На наркотиках я сидел очень крепко. А ломки, не дай бог такое испытать. Такое ощущение, что тебя режут на куски. Я 3 раза себе вены вскрывал. Мой парень сказал мне однажды, что ему противно смотреть на меня. Это был удар. А потом была очередная доза. Я очнулась в реанимации. 6 лет я сидел на дозе. Все мысли были только о том, где бы взять деньги на очередную дозу. Я ограбил магазин, теперь мне светит 10 лет. Нас было 3. После очередной подзарядки я сел за руль. Очнулся уже в больнице. Весь был переломанный. Парень с девушкой погибли.